Темирском районе несколько человек отравились газом. Жалобы жителей населенных пунктов Кинкияк, Саркуль и Шубарши на резкий запах начали поступать вчера в 8 часов вечера. После обращения сельчан специалистами был произведен обход жилых домов двух сел. В результате обхода утечка газа не обнаружена. В больницу села Кинкияк с признаками отравления обратилось 8 жителей. Из них 4 детей. Вот, жалобы при поступлении: головные боли, головокружение, тошнота. При осмотре, после осмотра, 4 пациентов были отпущены домой, 4 были взяты на динамическое наблюдение. На утро сегодняшнего дня при повторном осмотре никаких, в связи с тем, что никаких изменений не было, остальные 4 пациентов были отпущены домой также. Повторных вызовов на сегодняшнее время не поступало. Вечером пришли люди, газа целый день не было, начали кушать, готовить и так далее. При потреблении газовых приборов давался сильный запах. Вообще, то есть внутри дома? Внутри дома, да. Именно от работы газовых приборов. Это газовые плиты. Хочу сказать, сам метан, газ, который мы потребляем, он не имеет запаха. Для обнаружения утечек газа, ну или таких случаев, добавляют этилмеркаптан, это одорант. Дает запах. Он такой запахом тухлых яиц и так далее. Специально, чтобы обнаружить утечку газа. Ну, скорее всего, это было превышение, да. Превышение нормы. А кто теперь понесет ответственность за превышение нормы? Ну, я сейчас не могу сказать. Наверное, какая-то комиссия будет работать, потому что я никак не могу воздействовать на газопровод и так далее. Я просто, который газ принимаю, я его транспортирую людям.